Добрых вечеров, дорогие друзья. Итак, сегодня мы с вами. Для работы с подкожным нервом делаем шаг назад. Упираемся в стену мизинцем своей ноги. Это же вам не лезгинка, а твист. Показываю все сначала. Носком правой ноги вы давите окурок. Вот так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Второй окурок. Второй окурок. Вы давите носком левой ноги. Поднимаю наверх руку и... А теперь оба окурка вы давите вместе. На грудной мышцей и потом вот сюда только в руку. Оно идет, здесь вот разделяется на локтевой, срединный, лучевой нервы. Вот здесь уже по ходу разделяется. Готово. Повыше, чуть пониже.